Я закончила Гомельский государственный университет, факультет физвоспитания, физиологии спорта и спортивной медицины. 30 лет работаю в этом направлении. Из них последние 17 лет как методист лечебной физкультуры и 16 лет как по направлению йога-терапии. Сегодня мы с вами рассмотрим вопрос, что происходит с позвоночником при сколиозе и к чему это приводит, если не заниматься. То есть перейдем к остеохондрозу и непосредственно к режиму межпозвонковых дисков. Спасибо вам большое за вашу любовь к йоге и за внимание к этим занятиям. Так, позвоночник. Опора нашего скелета. Шейный отдел позвоночника имеет 7 позвонков. Самый выступающий, вот его можно потрогать рукой, это 7-й шейный позвонок. Потом идет 12 грудных, 5 поясничных и 5 копчиковых, крестовых, то есть крестец идет. Все они подвижные, только вот в этом месте, где переходит поясница в крестец, это место так и называется, сакральное, святое. Все проблемы в основном возникают здесь. Но мы к этому перейдем, потому что гибкая часть соприкасается с неподвижной.
Вот если вы смотрите в боку на позвоночник, он имеет естественные физиологические изгибы. В шейном отделе он наклоняется вперед, это лордоз. В грудном наклоняется вот так выпуклостью, это кифоз. Потом поясничный опять лордоз и копчиковый кифоз. Как лучше заходить по аналогии, если мы проведем вертикаль? Кифоз, палочка, буква «Т» пишется туда, то есть выпуклость идет туда, а буква «Л» – лордоз, буква пишется сюда. Вот так проще всего запомнить. Прежде чем заниматься с человеком, мы проводим обследование. Вы смотрите, как у него расположены. Еще хочу лирическое отступление. Это как модель. Саша согласился принять участие. Так что даже где-то будет что-то не так со стороны позвоночника, то есть он специально имитирует эти состояния. Так вот, смотрите на человека, как у него расположены уши. Уши должны быть на одном уровне. Потом переходите к плечам. Плечи тоже. Потом смотрите вот эти промежутки. Они называются треугольники талии. Они тоже должны быть одинаковые. Потому что часто бывает, что из-за разной длины ног или перекоса таза что-то получается не так, как надо. То есть вот примерно такая картина может вырисоваться. Между ними находится диск. Если диск рассматривать как прослойку между позвонками, то диск образован пластинками, потом идет фиброзное кольцо, потом студенистое или пульпозное ядро. Фиброзное кольцо, оно очень прочное. Диск находится как раз в центре костей, и за пределы костей диск не выходит. Вся патология начинается тогда, когда идет смещение ядра. А ядро пульпозное, оно предназначено природой для того, чтобы сдерживать именно вот эти осевые нагрузки. Вообще диски, они выполняют как бы амортизацию, амортизирующую функцию. И от этого, собственно, страдают. Сам диск своей сосудистой системы не имеет. Он питается по методу диффузии из окружающих тканей. И все аномалии развития позвоночника, они начинаются еще у эмбриона, потому что диск, так же как и хрусталик глаза, он тоже не имеет своей сосудистой системы, он формируется до 17 недели развития. И если там происходит сбой, то есть насколько надо важно относиться к здоровью беременной женщины. И если происходит сбой, это потом с возрастом выходит наружу. То есть вот такое. И сколиоз. Мы уже с вами рассмотрели, что нормальный позвоночник имеет парадигму вперед-назад, но в нормальном позвоночнике нет вот этих наклонов вбок. Если что-то вы такое заметили, значит, нужно разбираться, как смотрит кифоз, как его можно... Вот человек становится к вам спиной, и вы его просите наклониться вот так вот голова под своим весом, потихонечку опускается вниз, потом точно так потихонечку поднимается вверх, и в конце поднимает голову. Что в это время наблюдаете вы? Пожалуйста, потихонечку. Стоите вот так вот, руки висят. И вот если у человека какая-то патология, у него одна часть будет выпирать. Повернемся. Саша, к ним спиной повернитесь. И чуть-чуть ему голову опустите. То есть вот вы так смотрите, что-то тут будет выпирать. Если это истинный сколиоз, то на этой стороне будет такой мышечный тяж. Это называется противоискривление или мышечный вал. То есть истинный сколиоз
так называемой структурной. Искривление идет именно в теле позвонка, и он уже скручивает ребра, и образуется вот этот корбик. Если же разная длина ног, как определить разную длину ног? Сядьте. Если не имеете конкретного диагноза на руках, надо всегда смотреть на спину.
Можно или вот такие магнитики ставить, или просто зеленочек помазать, или фломастером на первое занятие. То есть в здоровом позвоночнике во время наклона тело самого позвонка, оно всегда немножко поворачивается, ротирует в сторону вогнутости человеческого тела. А при сколиозах, наоборот, оно разворачивается сюда, в сторону выпуклости. И если работать безграмотно, вы тем самым можете еще больше усугубить положение. Так, и еще. Спрашивают, время будет, что обычно в позах. Надо смотреть резервные силы человека. Если вы работаете со взрослым человеком, это, конечно, одно. С детьми и особенно с больными тут другое. Почему? Потому что тело, ну, у нас прямохождение, и мы преодолеваем гравитационную силу Земли. А за прямохождение отвечает при сколиозе именно мышцы выпуклой стороны, там, где сколиоз. И если тело устает, то на себя работу по прямой стойке берут уже не мышцы, а тело переходит на связки. И это еще больше усугубит сколиоз. Связки, они тогда от перенапряжения становятся, ну вот, когда стираешь белье, кипятишь, да? Резинка перьевая, она становится такая хрумкая. Вот примерно такие становятся связки. То есть они растянутся, могут растянуться, но уже потом не сокращаются. Они и так у нас более жесткие, чем мышцы. Так, еще одна особенность сколиоза. Что? Скручивание позвоночника, именно биомеханика, идет по типу скольжения. То есть вот нижний позвонок верхний, и когда мы делаем скручивающий, то верхний скользит по нижнему. Но не скручивается. Потому что центр тяжести, ось, проходит через основание остистых отростков. Вот через эти. И это жесткая достаточно конструкция. Вот мы повернулись, а потом она сама все возвращает назад. Можно вопрос? Конечно. По данным Ташубы, украинские исследователи, ось проходит через центр тела. Отсюда от вас информация, что центр вращения проходит через осистые отростки. Российские ученые Казмин, Беленький, Икон, ЦИДЕЦ, Центральный институт травматологии и ортопедии, они более 30 лет занимались этим вопросом, именно с больными детьми, и все биохимические исследования проводились именно там. Начал эти работы еще в 68 году Цивьян. Вот на, такие Цивьян, Беленький, Кон и Кузьмин. Вот на их работы я основывалась. Скажите, пожалуйста, еще один вопрос. Самая массивная часть позвонка, на ваш взгляд, какая? Именно позвонка? Да. Самая массивная? Да. Самая массивная часть? Именно замыкательные пластинки. Те, что идут по самым краям, где идет соприкосновение с диском. Ну, то есть это тело позвонка? Вы путаете. Тело позвонка, именно вот тело позвонка, сюда входит и само тело, а сверху оно покрыто замыкательными пластинками. Это входит в структуру. Но они самые такие уплотненные, самые такие прочные. И когда делают операции по удалению диска, когда уже дело дошло далеко, эти пластиночки как бы счищают, вместе с диском убирают, и происходит, искусственно создают анкилоз, то есть неподвижность. Сращивают два сустава, два позвонка, и они уже тут не работают. Я понял, тогда каким образом может быть, если самая массивная часть находится в этой части, как может быть центр вращения находиться вот здесь? Знаете что, если кому этот вопрос интересен, просто у меня маленькие снимки, я вам покажу все конкретно на позвоночнике. Потому что это биомеханика, это не чистая физика. Тут еще связки, о которых мы сейчас будем говорить. Тело позвонков, спереди идет передняя продольная связка, сзади задняя продольная связка. Передняя продольная связка, она
Рыхло крепится к дискам и жестко к позвонкам, в то время как задняя, она наоборот, прорастает в фиброзные кольца диска и рыхло крепится к телу позвонка. И вот соединение между передней и задней, так называемое заднелатеральное пространство, оно самое уязвимое. Обычно грыжа как раз выпячивает и туда. Ну, про грыжу мы немножко дальше будем говорить. Так, еще что по сколиозу. Вот по поводу обращений. То есть все скручивающие позы делать надо, но надо знать, куда идет искривление. И если у нас, например, искривление идет, а название сколиоза идет по названию искривления. Если у нас искривление идет в сторону правую, это правосторонний сколиоз. То есть тело закрутилось туда, нам надо его раскрутить, грубо говоря. Мы знаем, какие позы у нас хорошо воздействуют именно на грудной отдел позвоночника. Алфа-матилиндразом будем ее делать. Если искривление в поясничном отделе позвоночника, бхараджасана, она более воздействует на поясничный отдел позвоночника. И позы выполняются, если это зависит еще от степени сколиоза. Если первая степень, позы выполняются одинаково, что в правую сторону, что в левую сторону. Но следим за вытяжением позвоночника обязательно, вот как Саша показывал с опорой ног, чтобы перенаправить нагрузку именно с ног на позвоночник. Если же у нас так называемый S-образный сколиоз, если у нас S-образный сколиоз, то мы тогда смотрим. Если правосторонний грудной, значит мы начинаем делать позу в противоискривляющую сторону, потом в сторону патологии, но без особой скрутки, и опять в противоискривляющую сторону. А уже в поясничном отделе наоборот. Можно вопрос? А каким образом вы отличаете S-образное смещение позвонков сколиоза? Пожалуйста, еще раз. Каким образом, то есть по каким критериям вы отличаете S-образное смещение позвонков от сколиоза S-образного? Само название. C-образный, C, буква S русская. Вот примерно оно так выглядит. Это видно на снимке. Сколиоз подтверждается обязательно только рентгеновским снимком, рентгенографией. Потому что может быть разная длина ног, это будет чисто функциональный сколиоз. Вы длину ног убрали или перекос таза, и позвоночник стал ровненький. А S-образный, латинская, как доллар, один сюда. Вот, оно так. А вот когда смотришь на спину, оно хорошо видно. Вы даже можете вот так пальчики поставить, и вот провести по спине, она вот так вот пойдет гулять. Просто это показать очень сложно. Но дело в том, что визуально, это, если вы будете смотреть визуально, то смещение позвонков и сколиоз вы отличаете или нет? Или для вас это одно и то же? Нет, я отличаю. Поэтому я работаю уже 16 лет. Критерий какой-то? Надо... Чисто визуально. При я обязательно... При тело позвонка, когда ты посмотришь на рентген, тело позвонка, видно уже деформация тела позвонка. При смещении тела позвонка просто смещается. Вот это я и хотел услышать. Просто мне интересно, будет ли основана потом работа с упражнениями отличаться. Лучше дать человеку возможность рассказать. Тут еще понимаете как? Как, собственно, определяется ротация позвоночника по снимку? Мы смотрим на снимок, вот тело, я просто так руками покажу, да? И сбоку ребрышки идут, капельки такие. Так вот, одна капелька будет выше другой, хотя само тело, что вверх, что вниз, они могут находиться и на одной высоте. Тут дело в этом. Если у кого-то снимки с собой есть, нужно показать на снимках. Снимок обязательно. Если вы работаете с человеком, он пришел, что сколиоз, обязательно надо снимок. И заключение ортопеда конкретно. Так, вот это по скручивающим позам. И по сколиозам по поводу, чтобы самовытяжение произошло, еще хорошо идет поза. Утхита Паршва Канасана, потому что эта поза дает силу.
Начало то же самое, как с выпадами, да? Правую сторону, я уже это зеркально показываю. Вы добиваетесь, чтобы был прямой угол. Задняя нога стоит стандартно. Вот таз пошел, нам его надо обязательно развернуть. Желательно, чтобы тоже стеночка была за спиной. Руку ставите на колено. Так поначалу это гораздо проще. Во-первых, рукой вы будете потихоньку тянуть колено, чтобы развернуть таз. Вот это движение. Так вам легче контролировать прямой угол. Вот вы развернули, развернули корпус, подняли свою ручку и потихонечку потянули себя. И у вас получается такое вытяжение. Вы ее рукой тянете и как бы пяточкой. А в то же время корпус пока не опускается. Потому что вам надо вытянуть, подать вот эту силу. А когда человек привык, уже можно делать. Еще хорошо это упражнение делать на стуле. Ставится стул, за него можно браться за ножку. То есть тут уже снимается, вам не надо держать позу, вам просто надо вытянуть спину. Или вот так вот за спинку берете, развернули себя, поставили ручку и выполняете позу дальше. Посмотрите, как это будет на позвоночнике. Обязательно ножку. Почему это еще с ногами так важно? Потому что, как правило, при сколиозе вот так примерно и делаете. То есть вы уже человеку помогаете. Потом можно будет и таз немножко развернуть. Потом, когда процесс пойдет, можно и на ручку смотреть. Потихоньку голову себя будет. Достаточно. И другую сторону. Потому что если и сильный сколиоз, то, как правило, бывают какие-то проблемы и со стопами. Так попутно вы еще разбираетесь и с плоскостопием. Вот сейчас мы эти позы, две, с вами сделаем. Начало занятия может быть или через Бхаджанасану, или через Вираджанасану. Мы Вираджанасану пропустим, вы сразу встаете, пожалуйста, Уддхита Триконасану. Поза треугольника. Опустили ручки, спокойно вдох-выдох, опять руки в стороны и уже в другую сторону, в левую. В эту сторону при левостороннем сколиозе обычно делать очень легко. Так вот этого надо бояться, может даже под нижнюю ручку что-то подставить. То есть вы должны смотреть на позвоночник, на свой. Ну, вы же с кем-то работаете. Я это имею в виду. Поэтому очень важно, чтобы со стороны кто-то посмотрел. Достаточно. Так. И развернулись, и опять в правую сторону сделали.
коленные чашечки, пальчики расслаблены. Достаточно. Только голову не откидывайте назад. Не забывайте, голова, шея, по одной линии с позвоночником. Ручки опустили. Так, сейчас вы ляжете на спину. Скручивающая поза, подготовка к сидячим скручивающим. Мы вам ее не показывали. Джатхана, Бари Вардханасана. Легли на спину. Мы разбираем левосторонний грудной сколиоз. Искривление у нас идет влево. Значит, первое движение у нас пойдет в какую сторону? В правую. Легли на спинку, руки в стороны. И еще эту позу, пока ноги не поднимайте, просто на спинку легли. Если там присоединяется остеохондроз на заведенных суставах, или коксандроз это еще называется, ноги тяжело опускать, поэтому нужно поднять ножки вверх, опустить одну ножку, выложить ее, опустить вторую. Пожалуйста, как удобно, так и сделаем. Ручки в стороны. Если место позволяет, если нет, можете ручки согнуть. Согнули сначала ноги в коленях, согнули ноги в коленях, поясницу прижали, выпрямили ноги и правый бочок. Опустили одну ножку. Опустили вторую ножку. Если места не хватает, можно согнуть ноги в коленочках и опустить. Главное, чтобы оба плеча лежали на полу. Оба плеча лежали на полу. Поэтому вы можете не дотягивать ноги до руки, если плечо будет подниматься. Мы работаем со сколиозом. Плечики лежат. Их так немножко опустим. Ладошки здесь идут кверху. И то же самое. Голова, шея по одной линии с позвоночником. То есть у вас получается носик напротив пупка. То есть у вас туловище и ноги лучше, конечно, под острым углом, но не под тупым. Плечики лежат. Достаточно. Приподняли ноги, легли на спиночку. Ноги согнули в коленочках. И точно так в другую сторону. Это уже в левую. Тут делать гораздо легче, поэтому надо за этим следить. Обязательно, чтобы были плечики прижаты. Так. Выходим из позы. И то же самое. Закрепим правый бочок. Сделали. То есть можно работать вот так асимметрично, в здоровую сторону, в больную, в здоровую. Достаточно дышать. Или делать время выдержки в два раза больше, в здоровую, потом в больную. Ну, вот эти вещи надо. В этом, собственно, ваше творчество и будет заключаться. Так, теперь просто присели. У нас грудной отдел позвоночника. Мы делаем Ангхаматхиндрасану. Почему был вопрос, почему один раз в больную и два раза в здоровую? Потому что нам надо убрать это искривление, а не потакать его. А больную тоже надо делать, это все-таки жизнь, в обычной жизни вы тоже делаете упражнения. То есть коррекция идет, вы заставляете выпрямиться позвонок. Потом опять, потом еще раз. В скручивающих позах очень важно прямая спина и расслабленный живот. Почему прямая спина? То есть сохранять физиологические изгибы. Вот как вы стоите. Так, мы говорим о процедуре. Когда вы стоите нормально, то у вас получается родничок, анальное отверстие на одной линии.
Вот это надо сохранять и тут. Как бы удобно ни было, иногда люди отклоняются. Значит, что-то под руку, какой-то пропс надо подложить. Саша просто гибкость великолепная, он уже давно занимается, и ему это все легко делается. Собственно, видно, да? Больше именно скручивание идет в грудном отделе позвоночника. При этой позе. Другую сторону. На пятку, на свою пяточку, анальное отверстие получается на пятку, а с ступня идет вот это движение, не нужно еще. Потому что, если вы в скручивающих позах будете напрягать живот, задерживать дыхание, то давление в мышце станет выше, чем капилляры, и произойдет нарушение кровообращения. И вместо того, чтобы помогать своим дискам и конкретно костям позвоночника, вы еще больше будете вызывать эту патологию. Это не значит, что вы сидите обмякши, нет. Нам надо перенаправить, уйти от гравитации. Вы наоборот вытягиваете вверх позвоночник. Данным критерием будет то, что у нас левосторонний грудной
Так, да, это у нас шовочки слева, а мы его... Так, вот выправляется. Сейчас мы сделаем лево, только сильно уже себя не закручивать. Спина поднимается, вы не должны сгубиться. Хорошо, и в другую сторону. Поменяем положение. И опять завернули себя в правую сторону. Это примерно второе. Если у нас поясничный отдел позвоночника страдает, мы делаем позу Махараджа-Дхарасана. Согните, пожалуйста, левую руку. Садимся на пяточку. Правую ногу через колено. И повернули в сторону носочка, на которой спиночку выпилили. То есть мы должны расти все движения идут от таза, идут вверх. Пожалуйста. Осознаем дыхание. То есть наблюдаем, как воздух касается стеночек носа во время вдоха и выдоха. Хорошо. Поменяем. Потому что в этой позе скручивание идет именно больше в поясничном отделе позвоночника. Можно, но не так. Можно. Не годится, ручку сидит. Разница. Понимаете, тут какая разница? Потому что помимо того, что мы делаем противоискривляющее положение, нам очень нужно добиться, чтобы человек сохранял равновесие. И в обычной жизни тоже. И когда мы сидим на пяточке, за счет этого выбирается вот этот баланс. В конце мы еще будем с вами делать упражнение для суставов рук. Там все именно связано с балансом. Пожалуйста. Где должна быть правая седалищная кость сейчас? Где должна быть правая седалищная кость сейчас? Она немножко приподнимается, но опора на нее идет, да. Если она очень высоко поднимается, вам не трудно, то под нее тоже что-то можете предложить. Если это способствует выпрямлению позвоночника. Если тут это бы... Если болит нога, именно вот, как показали, просто что-то мягкое прокладывается. А если нельзя терпеть, значит надо садиться рядом с пяткой. На пятку уже не садиться. Вот и все. Значит, есть над чем работать. Вот и все. Это один из косвенных признаков, что у человека может быть поперечная плоскостопие. Значит, больше надо работать над стоящими позами и сидеть в вирасане. А после занятия останьтесь, я вам покажу снимки, как лечится именно поперечная плоскостопие. Пожалуйста. Так, а стены?
позвоночники никак не соприкасаются. Это если еще нужно ущемление линия дисков, они там убираются, то это так. Так, и еще в статике участвуют и брюшная полость, и грудная полость. И если хорошо укреплять мышцы брюшного пресса, то при прямой осанке примерно 50% нагрузки вперед на себя именно с грудного отдела и до 70% нагрузки с поясничного именно за счет мышц брюшного пресса. Мышцы на брюшной пресс и на спину мы немножко ниже будем делать. Так, вот это вот по сколиозу. То есть, послушайте, Саша, пожалуйста. Еще я хотел бы посоветовать. Многие люди с не очень хорошей гибкостью сразу пытаются закинуть этот локоть за ногу, этого не надо делать, потому что вы пережимаете себе все сосуды внутри, просто возьмите себя снаружи, и ротация происходит за счет увода заднего плеча, вы можете себя взять так, можете взять так, за счет ротирования заднего плеча идти туда грудной раздел. А потом уже, если у вас гибкость позволяет, вы не даете прижиматься корпусу к бедру, локтем себя еще вот так вот. Оставляйте. Если гибкость слабая, не надо сразу забрасывать руки. Если гибкость слабая, да. Если вот как обратили. То есть вы вот тут не должны сутулиться. Начинать даже осваивать эти позы можете на стуле. Сели на стул, спиночка, и вот себя закрутили, и за счет этого держите. А потом точно так, ноги можно ставить не за ногу, а руки ставить на стену. И с помощью рук вот это регулировать. То есть суть самого движения в коррекции позвоночник должен быть прямой. Даже если вы себя прилично закручиваете, вы сутулитесь, толку не будет. Вот за этим надо смотреть. Короче, цель всех упражнений – добиться противоискривления. Вы должны смотреть конкретно на спину. Если самому это сделать невозможно, пусть кто-то со стороны посмотрит. Укреплять мышцы брюшного пресса и мышцы разгибателя спины. Чем чреват сколиоз? Тем, что будет развиваться потом остеохондроз. Суть остеохондроза, что это такое? Это всегда связано с поражением, дисков. А потом уже переходит на связки, которые окружают это больное место. Так как у нас гравитационная нагрузка, то есть вот два кусочка хлеба, между ними масло. Чуть-чуть больше давления, слабые мышцы, все, и эта маслица потихонечку вылезла. Это так называемое, но само фиброзное кольцо, оно достаточно прочное. Поначалу была именно средняя часть, там, где пульпозное или ступенчатое ядро. И вот эта грыжа шмурная называется, она не имеет четкой локализации и ясных форм. Она может выйти в верхний позвонок, может в нижний, именно в самом мышечном позвонке. Операции не делают, это делать безболезненно. Но когда давление идет еще больше, вот это студенческое ядро, которое было в середке, оно потихоньку уходит в бок. Фиброзное кольцо вытягивается, затем оно прорывается, и ядро выходит наружу. Вот это истинная грыжа. Она очень больная, и если уже до этого дошло, то надо лечить. Предлагают оперативное лечение, но, как говорит профессор Рачков, даже в Америке до 70% оперированных больных повторно возвращаются на операцию. Так что до этого лучше дело не доводить. Особенно стоит обратить внимание на детей, примерно 10-11 лет, дети начинают очень много расти. Бурный рост, и мышцы не успевают за костями позвоночника и длинных трубчатых костей. И вот тут получается то, что расстояние в суставах, оно разной длины, за счет этого разная длина ног. Делая стоячие позы, длину ног можно привести в норму и убрать вот это искривление. И что еще? Если бы бурно растут
клеток может и не успевать именно сам диск. И вот тут происходит много патологий. Это чаще всего случается у мальчиков, именно у мальчиков. Появилась боль. Если боль не проходит, лучше всего сделать, пойти к врачу и сказать. Обычно направляют на разные виды. Или на томографию, или на резонансную терапию, потому что рентгеновский снимок крыш не показывает. Крыжу убрать на свое место, как она была до патологии, практически нельзя. Но выполняя упражнения, мы можем это дело компенсировать. То есть подтянем, укрепим мышечный консерв за счет правильной осанки, и дело потихонечку встанет на свое место. Мы с вами сейчас рассмотрим именно шейный отдел позвоночника при грыжах. Почему? А потом ниже. Кости стареют так же, как и наш весь организм, и старение костей начинается именно с шейного отдела позвоночника и с костей кисти. В шейном отделе позвоночника он ставит диагноз выпрямленный лордоз. То есть мы говорили, что в шее тоже должен быть он выпрямлен. Это уже патология. Шея, и тут как бы за счет всех этих нарушений кости начинают оседать, диск выпячивается, и как бы сама жизнь себя начинает спасать. В костях, по краям, получается такая корона, выходит после разрастания остеофиты. Как дерево выпускает корни, чтобы хорошо стоять, так и тут. Эти после разрастания за счет увеличения площади снимается болевой синдром. Нам надо вытянуть шейный отдел позвоночника. Мы начинаем это с позы, которая называется Унгхва Прозарита Падасана. Это надо лечь на спину и ноги поставить на стеночку. Ручки в стороны. Руки в стороны. Вот так вот согнули ноги. Чуть-чуть, их как бы чуть-чуть, чтобы хорошо прижать поясничный отдел позвоночника. И потом вот так вот ножки ставите. Ноги ставите на стеночку, полностью-полностью расслабляетесь. И вот за счет этого самовытяжения хорошо идет и расслабление именно шейного отдела позвоночника. Если ваша геометрия такова, что вам в этой позе неудобно и подбородок как бы закидывается, значит под шею надо что-то подложить, чтобы вот высота ладошки, ваша шея была равна высоте ладошки. Пожалуйста, поставьте свою ручку на шею. Вот это ваше положение шеи, так называемая открытая шея. То есть у вас подбородок должен просто соприкасаться с пальчиком. И лежать вот так вот вниз, и закидывать голову назад. Вы это можете проверять постоянно. Идете по улице, ручку поставили, проверили. Так и тут. Легли, ручку поставили. Если все нормально, это ваше положение. Нет, под шею что-то подложить. В этой позе находитесь время кратное 3. Потому что примерно за 3 минуты происходит полный круговорот крови в организме. И вы как бы просматриваете все клеточки. Полежали в этой позе, сгибаем ноги. Потихонечку выходим через правый бочок. Потом можно встать на четвереньки. Пожалуйста. Становитесь на четвереньки так, чтобы тазобедренный сустав был как раз над коленом, а плечевой как раз над кучей запястья. Мы потихонечку растянули позвоночник, а сейчас нам надо расслабить все наши связки. Мы говорили, что задняя продольная связка, она потихонечку будет ставить диск на место. Движение начинается от таза. Упражнение Маджари Асана или киска выгибает спину. То есть вы потихонечку сейчас, вы потихонечку встали, вот так вот, потихоньку. Вот движение от таза идет сначала таз, поднимаете волна по позвоночнику, потом головочка мягко, без всяких резких. Опять таз, потихонечку волна по позвоночнику, потом только шейка. Потом опять вот это вдох у вас идет, а вот это вниз выдох. И во время выдоха вы сознательно подтягиваете свой животик. Выдох. Движения от таза идут.
Вот волна пошла. Потихонечку вдох. Мягко, без всяких резких закидываний. Опять движение. Так. Здесь подтягивайте живот. Это потом вам поможет оставить от лица разделения. Подтягивание живота. Эту позу тоже делаете время примерно раз на три. Ну, в зависимости от показаний. У детей, у женщин, если слабые лучезавязные суставы, это дело может побаливать. Значит, время будет шлиться. Достаточно ложимся на живот. И вот сейчас мы задняя часть туловища, ягодицы, ноги. Тут эта часть тела более тяжелая. И кровоток, тут примерно до 2/3 кровотока нашего находится. Мы сейчас выполняем Ардха-Шалабхасану, то есть приподнимаем только заднюю часть. Руки в этой позе ставятся или вот так вот ладошками, или кулачками. Если кулачками, то вот сюда на тазовые кости, чтобы хорошо было упираться. На тазовые кости. Вы зажимаете ягодицы, зажимаете ноги в коленочках, как будто между коленок листик бумажки. И вам его надо поднять. Спокойно дышите. И именно на выдохе мы говорили, у нас возрастает давление, и часть нагрузки с позвоночника берут на себя именно мышцы. И тем самым мы растягиваем позвоночник. Если вы это будете делать на задержке дыхания, вы будете создавать наоборот все там отрицательное, и вместо того, чтобы кровь хорошо циркулировала, там будет венозный застой крови. Вы можете провоцировать те же самые воспалительные явления. То есть вот вы спокойно дышите. Как только пошел выдох, вы поднимаете ноги. Пяточки вместе. Высота подъема, никакой времени не подержите. И спокойно дышите. Хорошо находитесь в позе. И потом подбородок можно чуть-чуть вытянуть вперед, чтобы хорошо так растянуть тут. Достаточно. Потихоньку вышли из позы. Полежали, отдохнули. Потом еще два подхода. Если это тяжело, всякие причины бывают, пальчики под себя, колени лежат. Вы просто, напрягая ягодицы, напрягая икроножные мышцы, приподнимаете только колени. Вот так, ягодицы. А когда эти мышцы хорошо укреплены, достаточно, и уже прямые ноги. Это упражнение еще хорошо. Можно носочки к себе, чтобы хорошо натянуть мышцы. Достаточно, полежите, полежите пока. Потому что вот это упражнение, оно хорошо укрепляет и венозные сосуды, именно мышечную стеночку, когда носочки на себя. Так, и вот вы когда поднимете ноги, плечи надо расслаблять. Обязательно. Плечи должны быть расслаблены. Сделали это. Теперь мы делаем упражнение для верхней части туловища. Полностью расслабленные, только за счет напряжения мышцами напрягается именно спина, приподнимается верхняя часть туловища. Лицо смотрит вниз. Пожалуйста, приподнялись, голова вниз. Подходите, стукаете, чтобы ягодицы были расслаблены. Ноги тоже. То же самое, само вытяжение в коррекции идет. Тут уже можете делать 2-3 минуты. Достаточно. Перевернитесь на спинку. На выдохе поднимаетесь. На выдохе все, на выдохе. А в позе уже дышите нормально. Дыхание не задерживаете. И вот сейчас нам надо сделать контрпозу. Для укрепления мышц брюшного пресса и для еще большего растягивания наших связок. Максимально структуриваясь, вы очень медленно голову на грудь. И вот так вот заворачиваетесь. Руки свободненько тут. Дышите. И поднимаетесь, садитесь. Аккуратненько. Так вот. Голова. Если человеку тяжело, можно посидеть в этой отдохнуть. Потом опять опускаемся. Стас, стас. Все движение идет от таза. И вот так 3 минуты. Сейчас мы это с вами проделаем. Вот это
будете. Что там будет? Так, шейный отдел позвоночника, остеохондроз. У НКХ прозорита подасом. Так как всем стены не хватит, мы просто позу обозначим, легли на спину, как не ногами. Или голова и коробка грудь, да? Потихонечку на вдохе потянулись так, чтобы ваша поясница опустилась к полу, потянулись именно пяточками. Лежа на спине. Пяточками потихонечку потянулись. Вот так человек и должен просыпаться, сделать пятигушники, чтобы поясница опустилась к полу. Поясница опустилась к полу. Почувствуйте, живот идет как бы вовнутрь. Вот это вы сделали. Руки так и остались прямые, лежать за головой. Согните ноги в коленочках. Мы опять прижимаем поясничный отдел позвоночника. И потихоньку подняли ноги. Дома попробуйте это сделать именно с опорой на стенку. Тут еще что? Ноги можно поднять так, что и крестец поднимается. Так вот, крестец должен быть прижат. Если тяжело, значит, можно, чтобы ноги были немножко согнуты в коленочках. Или ноги поставить на стул. Потихоньку согнули ноги в коленочках, аккуратненько. Перекатились на правый бочок. Развернулись, стали на четвереньки. И манджари асана. Низко выгибаем спинку. Все движение идет от таза. Пожалуйста, занимаемся. Мы с вами это не можем сделать. Движение идет от таза. Потихонечку вверх, вдох. А чтобы лучше запомнить, где вдох, где выдох. Когда голова вверх, это вдох, вы говорите про себя. Низ тянете, опускаете. Как я детям говорю, если душа поет, можно и вслух. И еще, пожалуйста, при прокиде головой вверх, не заламывайте затылок на плечи, Потягивайте лицо в потолок. Потихонечку. То есть тут ведущим идет дыхание. Вот как хватает дыхания, так и делаете. На одном вдохе вверх, на одном выдохе вниз. Не спеша. Руки и ноги на ширину плеч. Животик спокойненько расслаблен. А во время мяу, выдох, животик поджимаете. Еще раз. Вдох. Посмотрели на солнышко, понюхали цветочки, вдох, опустили, выдох. Вообще, основное противопоказание при шейном остеохондрозе – это резкие загибы назад, вниз и стороны в сторону, и все резкие вращения. Это категорически запрещено. Потому что там после разрастания остеофита, о котором мы говорили, и можно сдавить спиной мозг. А так как иннервация шейного отдела такова, что из шейного отдела иннервируется и диафрагма из четвертого позвонка, кисти рук, то это чревато достаточно. Прилегли на живот. Вообще вот, если человек после сна ощущает какое-то неудобство, конкретно в шее, в плечах, и особенно в пальчиках рук, то вот эти два упражнения очень хорошо делать сразу перед сном. Сколько прозорита подасана, ноги на стенку, сколько приятно, киска выгибает спинку и сразу спать. А по утрам начинать, вот сходили в туалет, гигиенические процедуры, киска выгибает спинку. Это уже как чистить зубы. Попробуйте. Так, сейчас, когда ставится диагноз, например, шейный остеохондроз, это говорит о том, что проблема не только в шейном отделе, но проблема вот-вот будет и в остальных отделах позвоночника. Просто старение начинается быстрее оттуда. Если это, конечно, не травматическая ситуация. Так вот сейчас мы с вами ручки под ноги,
Адка Шалакасуна, половинная пуза. Кулаки. Если на кулаке, мы сейчас один подход сделаем на ладошке. Попробуйте. Руки поставили, я вам скажу. Так. Напрягая, дышим, как дышится. Ведущим идет дыхание. Вот это очень важно. Как дышится, так и дышится. Никаких задержек. Дыхание вы никак не регулируете. Подбородок лежит на полу. Подбородок на полу. Пяточки вместе. Спокойно дышим. И когда будет выдох, на выдохе подняли ноги. Занимаемся. Подбородок на полу обязательно. Плечи расслабили. Колени между коленок бумажка. Нам ее нельзя упустить. Колени выпрямить. Повторяю. Колени выпрямить. Колени зажать с коленками, зажать бумажку. Достаточно. Так. А сейчас поставьте кулачки. Кулачки поставьте вот так вот. Попробуйте. Именно под тазовые кости. Чтобы вы вам себе не передавливали. Пожалуйста. Неприятно. Так, сейчас я отвечу на вопрос. Сейчас с кулачками сделаем. Пожалуйста, поставьте кулачки. Большими пальчиками к себе можно. Как удобно. Соединили. И выпрямили. Подняли ножки. Осознаем дыхание. Старайтесь свести коленочки. Там бумажка лежит. Только дышим. И вот сейчас потянули чуть-чуть подбородок вперед. Чуть-чуть. Мягенько так. Плечи расслаблены. Плечи расслабьте. Достаточно. Лежим, отдыхаем. Почему именно зажимать колени? Анатомические у нас строение ног в этой части такое, что тут очень длинные и узкие мышцы. А венозные сосуды подходят очень близко сюда. И вот выполняя это напряжение, мы напрягаем ноги и их соединяем, у нас вот именно задействована вот эта внутренняя поверхность бедра. Тем самым мы укрепляем эти мышцы, стимулируем их и стимулируем именно венозные сосуды. Потому что с возрастом, особенно у женщин, это самое слабое место. Так же, как и при родах. Венозные сосуды вперед всего выступают именно здесь. А этим упражнением вы будете их стимулировать. Даже если анатомически у вас ноги О-образные, все равно надо стремиться их соединить. Стремиться. Но не забывайте, у вас напряжена только нижняя часть туловища, ягодицы, ноги полностью. А верхняя часть туловища, вот начиная с поясницы, и все расслаблено, особенно плечи. И сейчас будет третий подход. Вы выполняете его так, как вам удобно, или ладошками, или кулачками. Задней
продольной связки, которая мягко ставит диски на место, увеличивая пространство между позвонками. Так как диск своей сосудистой системы не имеет, мы говорили, питание идет из окружающих тканей, к работающим мышцам больше крови, значит, в околодисковое пространство больше межклеточной жидкости. И диск разбухает. Сами себя лечите. Давайте сделаем. Так, легли, подбородок опустили. Лежим на подбородке. А вот сейчас, когда вы поднимете корпус, подбородочек немножко на себя. Чуть-чуть на себя. Занимаемся. Тут сделаем одну минуту. Лицо смотрит в пол. Руки расслабьте, руки висят. Девочки, руки висят. Руки согните в локтях. Ягодицы обязательно расслабленные. Подходите, даже можете так постукать, чтобы ягодицы были расслаблены. Достаточно, прилегли. Посмотрите, пожалуйста, еще раз. Вот вы лежите, да? Подбородок опустили, вот он у меня опущен. Я приподнимаю корпус. Руки у меня так и лежат расслабленные. А голову чуть-чуть вперед. Вы смотрите в пол. Вы дышите в воду. Не надо сильно руки так напрягать. У нас плечи, это уже мышцы рук расслаблены. Мы работаем конкретно только с мышцами спины. Это бицепсная мышца. Давайте еще раз повторим. Отвели руки назад. Голову на подбородок. Немножко так расслабились. Лицо в пол. Так, пожалуйста, приподнялись. Лицо в пол. Чем больше вы расслабите ягодицы, тем больше пойдет притяжение. Поднимаемся на выдохе. Все движения, связанные с напряжением, делаем на выдохе. Как штангу поднимаем? Примерно так. Ягодицы расслабляйте и ноги так. Достаточно. Так, три подхода. Просто время поджимает, ладно, там еще. Перевернулись на спинку. Вот как лежите, так и лежите. Прям перевернулись и все. Сейчас вы тоже будете выполнять вот это упражнение. Мы сделали для нижней части спины. Для верхней части спины. Сейчас мы делаем это упражнение для мышечного пресса и контрпоза против таких в спине. Руки вдоль тела, полностью расслабились. Вот это упражнение противопоказаний, кроме высокого внутричерепного и внутриглазного давления, не имеет. Если оно выполняется правильно, всякий задержка дыхания. И оно очень хорошо именно для укрепления, для растягивания задней продольной связки. Подбородок немножко на выдох. Спокойно делаем вдох. Это начинаем на выдохе. Пошел выдох и закручиваемся, как будет. Потихонечку поднимаемся очень медленно. Пятки скользят по полу. Пятки от пола не поднимаются. Очень медленно. Делаем его именно 3 минуты, чтобы вы
Пятки не поднимаются. Можете держаться или за штаны, или ставить локти на пол. Подбородок все время на грудь. И опять вниз. Локти поставьте. Локти будете опираться. Спешите. Вот так и делаем. Ручки или вдоль тела. Носочки можно чуть-чуть как бы к себе. Только дышим. Дыхание ни в коем случае не задерживаем. Нет. Мы только поднимаемся на выдохе. Только поднимаемся на выдохе. А так мы все это делаем и дышим. У нас дыхание идет ведущим. Получается, что вы дышите. А тело как бы само собой работает. Сейчас подождите. И можете как на локти ставить. Да, главное пятки не отрывать. Что вы спросили? Мы не задерживаем дыхание, потому что если будет задержка дыхания, у нас возрастает внутрибрюшное давление, повышается истерия внутрибрюшной и пошло выше. Нам надо дышать. Нам нельзя, чтобы задерживалась венозная кровь в области живота. Если возрастает давление, венозная кровь не выходит вверх. Вы сейчас это можете почувствовать. Подождите, вот там осталось еще одна минутка. Нет, вы дышите, как дышится. Это не завязано. Дышится, как дышится. Легли, вдох, выдох, и вот именно на выдохе поднимаетесь. А так дышится, как дышится. Ощущение тепла по внутренней поверхности бедра говорит о том, что вы чисто механически, когда вы садились, чисто механически выдавливали кровь из депо, из печени и из селезенки. И если вы дыхание не задерживали, то вот это чувство тепла пойдет по ногам, говорит о том, что венозный кровоток в этой позе не был нарушен. Также об этом косвенно говорит вот определенная легкость в ногах, чувство легкости. Чтобы со временем, вы делаете 3 минуты. Опять говорили 3 минуты, примерно за 3 минуты полный кругооборот крови. Со временем выдержка ваша и мышечная сила будут расти. Как увеличить нагрузку? Вы можете руки ставить на пояс и делать то же самое это движение. Все, вышли из позы, повернулись ко мне. Руки ставить на пояс и все то же самое. Нет, сейчас не надо делать. Потом руки ставите к плечам, локти вот так вниз и все то же самое делаете. Потом руки ставите за голову, но руки просто ставите за голову, пальцы перецеплять нельзя, и ни в коем случае нельзя руками давить на затылок, нельзя, аккуратненько.
руки сначала вот так локтями вперед, а потом руки в стороны. Вот постепенно. И те же самые 3 минуты. Обязательно пятки скользят по полу, без всяких рывков. Чем более плавно, почему без рывков? Потому что если мы это делаем медленно, на осознанном дыхании, как бы это ни вы делаете, у нас включается парасимпатическая нервная система, та, которая отвечает за расслабление. И тогда ток крови по сосудам идет чисто механически. А если мы делаем что-то резко, включается симпатика, симпатическая нервная система. А симпатическая нервная система, она отвечает за движение крови в сосудах. То есть мышечная стеночка начинает работать, и эффект тогда снижается. А так у вас получается, вы обновляете свои ритмы крови, вы стимулируете работу сосудов, то, что вам никто не сделает, сами себя лечите. Так что, пожалуйста, и пятки не поднимайте. После этого упражнения мы становимся в Чатурангу Дандасану. Пожалуйста, постойте, посидите, то есть. В Чатурангу вы становитесь, сначала то же самое, тазобедренный сустав над коленом и плечевой над ладошкой. Можно на спину положить палочку гимнастическую, если работаете в паре. То есть, чтобы шея не закидывалась. Это вот очень важно. То есть, что бы вы ни делали, вот я, моя нормальная осанка. Ручку я поставила, вот точно в таком положении надо делать чатурангу. Если это женщина или человек физически слабый, значит, так и стоите на четвереньках. Просто вот руки-ноги на ширине плеч. Со временем сила возрастает, и вы уже поднимаете колени. Но колени поднимаете так, чтобы спина оставалась прямой. То есть пятая точка, голова или на одном уровне, или пятая точка повыше. Но ни в коем случае не ниже. Вот вы так стоите, потом вот так вот. И спокойно дышите. Тут обязательно расслабленный живот. Или вот так вот. Но ни в коем случае не провисать. Ни в коем случае не провисать. Потому что любая нагрузка, силовая на руки, вызывает напряжение в мышцах шеи. Иннервация такая. Картинка у меня есть, кому захочется пообщаться, пообщаемся. В Чатурангу Дандасане обязательно расслабленные мышцы лица и мышцы брюшного пресса. Когда вы уже 3 минуты сможете эту позу так держать, можно работать дальше. Здоровье все-таки дороже. В крайнем случае можете увеличить нагрузку женщины чуть-чуть вперед подать себя. Чуть-чуть. Вот как Саша нам показывает. Вот можно корректировать вот за счет этого. То есть палочку ставите. У него просто такое состояние позвоночника. Если он голову поднимет, он закинет. Вы ориентируйтесь вот на это. Так, и это уже все, да? Время. Ага. Так. При шейном остеохондрозе вот это вот основное мы разобрали. То есть, что можно делать? Укреплять мышцы и связки, чтобы было самоутяжение в коррекции. Ни в коем случае нельзя никаких резких поворотов, наклонов, никакого вот этого движения, чтобы боли не провоцировать, потому что через шею проходят все важные сосуды в мозг, из мозга все нервы. Так что если заклинит, будет тяжело. Спать. Спать лучше или на ортопедическом матрасе, или спать тоже при проблемах. То есть вот вы стоите. Вот. То есть лежа на боку, у вас должно сохраняться вот это положение позвоночника. Как этого добиваются? Можно достаточно жесткая кровать. Часто советуют спать на полу. Если вы на полу высыпаетесь, на доброе здоровье. Если это напрягает, то что-то уход этого. Лучше спать на обычном диване, но тогда... То есть, ну это вот сейчас, Саша. Под голову подкладываете такую высоту, вот в высоте примерно плеча. Примерно плеча. Ну это так, очень условно. И еще, согните ноги чуть-чуть в коленях. Чтобы не было контакта.
пальцы и таза, под коленочки можно что-то подложить. Это все очень условно. То есть вы можете просто вот одеяло накрылись, и одеяло между ног. Просто попробуйте. А беременным женщинам так спать обязательно, чтобы не сдавливать ног. Это не значит, что вы постоянно должны спать только на боку. Пожалуйста, как удобно, крутитесь. Но при грыжах спать на животе нельзя. Потому что еще больше прогиб и ущемление грыжи может произойти. Спите на спине. Начинать засыпать можно. Вот. Лежа на спине и под икры что-то немножко подложить. Это очень высоко, я показала, просто пониже, где-то вот на высоту, так, 15-20 сантиметров. Под икры что-то подкладывать. И во время шавасаны, при остеохондрозе, тоже надо или на спине не лежать, а что-то подкладывать под икры. Иногда состояние человека бывает такое, что шавасану выполняют вот именно в таком высоком положении, со стулом. Ничего страшного. Ищите, чтобы человеку было удобно. Так, а сейчас мы с вами сделаем упражнения для укрепления, для суставов. Эти упражнения, они великолепно работают при всех видах сколиоза, при всех видах остеохондроза. Они помогают и при венозных проблемах, потому что эти упражнения, они относятся к категории так называемых экстракардиальных, то есть несердечных. Потому что венозная стеночка в мелких суставах на руках, на ногах, она тесно спаяна с суставной сумкой. И когда вы работаете, тем самым чисто механически, без включения на симпатической нервной системы, вы заставляете двигаться кровь венозную к сердцу для очищения, тем самым облегчая работу сердца. В идеале эти упражнения, они выполняются вот так, стоя на носочках. Пяточки соприкасаются, так просто удобнее. То есть вот, когда человек будет делать эти упражнения, за счет баланса будет включаться ваша подкорка, и жизнь будет спасать сама себя, будете себя выпрямлять. Пока вы эти упражнения не освоите, мы их делаем сидя или стоя на коленочках. Вы, пожалуйста, сядьте, спинку ровно, не, на боку сядьте, на пятую точку. Как удобно, можете скрестить ноги, ножки вперед. Ручки вперед, плечевой сустав, потому что на одном уровне. Дышите, как дышится. Руки работают сами по себе. Спокойно вверх, вниз. Спина ровная. Вы просто за мной повторяете, ничего не записывайте. Время ограничено. Если кому интересно, мы потом встретимся и запишем. Межлопаток. Тут еще межлопаточный синдром. При грудном остеохондрозе. Теперь в сторону. Дышите, как дышится. Если человек устал, можно ручки положить на коленки и отдохнуть, но спина остается как будет. Положили обратно. Спиночка ровная. Ни в коем случае вы не делаете упражнения и сутулились. Нет. А потом учитесь это делать вот так, постоянно. Делается нечетное количество. Пальчики, как когти, так, чтобы сухожилия натянулись. Пошли вверх-вниз. С руками мы еще чего работаем? Потому что почти все энергетические каналы человека начинаются или заканчиваются на руках. Пошли попробуем. В общем, цель таких занятий не в том, чтобы осветить весь предмет в целом, а в том, чтобы пробудить мысль. Вот я вам какие-то наметки говорю, уже дома почитаете. Не почитаете, подойдете, поговорим, попробуем. Еще раз. Достаточно. Опустили ручки, открыты. Спинка ровная. Тут движение именно только в мочезапястном суставе. Не надо, чтобы вся рука работала. И еще. Иногда получается, люди могут вот так вот делать, а кто-то нет. Вот двумя вот так и потом в другую сторону. Ничего страшного. Это какая-то личная особенность. Связанная. Это не плохо и не хорошо. Это присуще только вам. Пальчик внутрь. Вот когда сейчас пальчик внутрь, все движения пошли. Вверх вниз, спиночка. Лопатки как бы толкают грудную спину, вперед и выпрямляют грудную клетку. Так.
зажал прошу. Тут очень хорошо прорабатывается именно полость локтевого сустава. И вот когда у людей через мочеполовой перелом, то есть перелом суставного отростка внутри сустава, вот это упражнение очень хорошо. Только что боли не было, естественно. Так, достаточно, отдыхаем. Спиночка. Чувствуете спину? Теперь посмотрите. Вот эта ручка пассивная. Сейчас будем делать. Большой пальчик ставите на кисть и спокойно делая вдох, во время выдоха вытягиваете. Пожалуйста, руку вытянули. Пальчик. Положили вот на пальчик, как на рычаг. Берем. Спокойно вдох и мягенько выдох. Тоже локоть прямой. И между локтем чувствуется. Осторожно. Локоть прямой. Другую ручку. Пальчик. Снизу. Спокойно вдох. Выдох. На выдохе падает мышечный тонус. Вот обычно детский церебральный паралич вообще подлечит. Все надо на выдохе делать. Тяжесть поднимать тоже на выдохе. Хорошо. То же самое. Не записывайте, не теряйте время, мы потом запишем. То же самое, только вверх. Вот так, ладошка к ладошке и вверх. Локоть прямой. И тут такое встречное движение. Локоть выпрямляется, еще работа чувствуется в плечевом суставе. Так, локоть прямой. Зажали кисть и локоть. Кисть и локоть. Другую ногу. Так, кисть и руку. Вот нам надо его вот так вот. Сустачик, наверное, плохо видно, да?
каждый сустав надо согнуть. И так по всем пальчикам. Делайте буквально по два, так, и вот так вот, по два раза. А так до 5-7. Будет слышно, что это может идти треск. Если боли нет, все нормально. Это так называемый гидравлический удар. То есть вы сжимаете сустав, внутри находится синовиальная жидкость, которая омывает сустав, и вот эта жидкость летит в разные стороны с одинаковой скоростью. Это называется гидравлический удар. Это уже из физики. Все нормально. Если не болит, поделайте, пожалуйста. Хорошо. Потом руки берете, пальчик крутите. То есть вы стоите так, вот оно у вас на колене, все это лежит, рука расслаблена. По всем пальчикам прошлись, как говорил Жванецкий, но я это все время повторяю. Моим детям очень нравится, когда любишь, разговариваешь с каждым пальчиком в отдельности. Они где-то услышали, что это Жванецкий говорит. Я говорю, хорошо, буду всем говорить. Так, сейчас эта рука лежит на колене, и вы должны палец приподнять. Большим пальцем другой руки давите на основание. И по всем пальчикам аккуратно. Только шлепать нельзя. Приподняли, мягко опустили. Вспоминайте Жванецкого. С любовью к своему телу. Аккуратненько. По всем пальчикам. По всем пальчикам. Трещит, значит живой. Руки просто ладошками кверху, спина прямая, мы следим за собой. Вы должны взять ответственность за свое здоровье на себя. Прямая спина, следите за этим. Если устали, мало ли что, во время урока, пусть человек лучше ляжет на спину, чем он будет сидеть сутулившись. Так, вот это движение. Сжимаются лучезапястные и лучезапястные и пальчики. Вот так, вниз к себе, вниз. Типа того, как вот водой брызгаешься. Только тут надо обязательно, чтобы локоть был 90 градусов.